Вот уж у кого, а у Анастасии Волочковой личная жизнь всегда будет бить ключом. Балерина в поисках личного счастья готова не останавливаться ни перед какими препятствиями. И не устает доказывать, всякие предрассудки, разница в социальном положении, или в зарплате, или в возрасте, для нее не помеха. Главное, чтоб сердце ёкнуло и захотелось романтики. В данном случае это произошло, когда Волочкова посмотрела популярное шоу «Мистер Икс» на канале «Пятница», которое немного напоминает знаменитого холостяка с ТНТ. Но интрига в том, что участницы программы, 30 девушек, считают, что «Мистер Икс», за сердце которого они сражаются, суперзавидный жених, криптомиллионер. А на самом деле он – простой мойщик остановок. Волочкову подобная интрига заинтересовала, а герой по имени Игорь так и вовсе вызвал бурные эмоции. Анастасия то ли в шутку, то ли всерьез, хотя больше похоже на последнее, обратилась к нему, опубликовав видео в личном телеграм-канале. Посмотрела на «Пятница» шоу «Мистер Икс». Там девушки сражаются за сердце главного героя, который притворяется криптомиллионером. А на самом деле, никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок. Но какой он красавчик. Может, мне его себе нанять? Хочу сделать вам предложение. Станьте моим уборщиком в доме. Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее, заключила очарованная балерина. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!